Больше, чем танцы, праздник энергии, грации, молодости, красоты и весны. В Твери состоялся российский турнир по танцевальному спорту «Престиж-2019». Организаторами этого яркого события выступили руководители Тверского клуба «Престиж», чемпиона России, обладатели Кубка мира Михаил Соловьев и Кристина Цветкова. Сегодня будет очень зажигательная борьба, интересная, и будут лучшие пары Приволжского федерального округа и нашего Центрального федерального округа. Традиционные соревнования собрали на паркете спорткомплекса «Планета» около 700 пар из 10 регионов страны. В судейскую коллегию вошли президенты многих региональных федераций. Главным судьей турнира стал член президиума Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Александр Мельников. Я был в прошлом году и отмечаю хороший рост зрительский в количестве пар, в количестве зрителей. Я вас поздравляю. В программе турнира состоялись состязания по разным возрастным группам и классам мастерства. Официальные соревнования субъекта Российской Федерации и рейтинг пар Тверской области. Победу в одном из рейтинговых турниров в группе «Юниор-1» по европейской программе одержали хозяева, воспитанники Тверского клуба «Престиж» Федор Бурмский и Мария Рычкова. Он очень был атмосферный и мне очень понравилось танцевать на паркете. Всего в рамках турнира определились обладатели 56 комплектов наград. На пьедестал почета в этот день поднялись воспитанники разных танцевальных клубов, городов и регионов. И у всех остались самые позитивные эмоции и впечатления. Турнир был качественный и видно, что хорошо украсили. Поэтому всегда приятно побеждать на таких хороших и прекрасных турнирах. Великолепный спортивный праздник состоялся при участии Региональной федерации танцевального спорта, Комитета по физической культуре и спорту Тверской области и целого ряда партнеров и спонсоров. Круг людей, которые помогли нам организовать этот турнир. И хочется отметить, что они это делали с душой. Многие старались дать максимально интересные подарки и полезные для наших участников.